Марфи. Противостояние Татьяны Хреновой и Дениса Пресекаря. Дистанционный приз города Абакан. Четырехлетние орловцы, 2400 метров. И напоминаю, что результаты вот этого заезда, они идут в командный зачет. Интерпол у нас на третьей позиции. Аутсайдер заезда Дарья ВС у нас отставает. Отстает по дистанции. Ну, а у нас вперед в лидеры перекладывается Прибус. 31,8. Достойно. Достойно, тем более, что ехать-то полтора круга на этот раз. Ну, участники уже едут резвее своих пожизненных секунд. Прибус впереди. С небольшим отставанием, но четко сзади в спину Парфия. По-моему, так сейчас и состоится предвещенное нами противостояние двух вот этих вот участников. Участники проходят мимо трибун. Как? 32-1. 32-1 это даже резвее по дистанции. Совсем-совсем плотно в спину Парфия перекладывается Прибусу. Аккуратно, деликатно на плече хлысту Татьяны Хреновой. Уже не знаю, как бы этот тут хлыст еще не попугивал при этом, при всем ту Парфию, которая, ну, на данный момент буквально упирается уже, по-моему, в кокетку впереди идущего Концова Татьяны Хреновой. 33,7. Это, по-моему, сейчас падение пейса, по-моему, поспособствует тому, что к ним подтянется Интерпол и Григорий Гришин. Выход на противоположную прямую. Интерпол где-то, если отстает, то где-то всего лишь на пол запряжки. Даже тот же Дарий ВС, надо отдать ему должное, ну уж совсем не теряется в арьергарде. Прибус впереди. Следующая Парфия. Проболтали четверть. Проболтали четверть и еще полкруга дистанции. Татьяна Хренова впереди. Где-то пол запряжки проигрывает Парфия. Захлебнулась атака на противоположной прямой у Интерпола. Похоже, даже тому же самому Интерполу еще нужно будет отбиваться за третье место Дарья ВС. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А Парфия еще взяла и заскакала при входе в поворот. Ну что, дальше, я думаю, чудес никаких не будет. Дальше, я так понимаю, у нас наш победитель уже определен. И впору уже Владимиру отправляться у нас для того, чтобы пообщаться с будущей победительницей дистанционного приза города Абакана, мастером-наездником Татьяной Хреновой. Поздравить ее с победой ее воспитанника Прибуса.